Ярко-желтый автопарк. За исключением белоснежного трапа, вся техника одного цвета. 24 единицы. Полный набор для обслуживания воздушных судов. У каждого своя задача. Есть спецавтомобиль для борьбы с обледенением самолетов, есть и снегоуборочные машины, тягач, мазы. Но гордость гаража – новенький трап. Периодически наш парк обновляется техники. В этом году был приобретен трап французского производителя АБС-2045. Да, минимальная высота подъема трапа составляет 2000 мм, а максимальная 4500 мм. Что позволяет комфортно производить посадку и высадку пассажиров на разные типы воздушных судов. Пока на взлетке пусто, рейсов нет, здесь вовсю колесит спецтехника. Тяжеловесы выходят на ринг, чтобы бороться со стихией. Сезонный пик работы спецтехники аэропорта – зимний период. Сейчас здесь на полосе два МАЗа с обдувочным прицепом. Подразделение спецтехники работает в тесном тандеме с аэродромной службой. Последние определяют задачу – взлетка должна быть безупречно ровной, чистой, и следят за ее исполнением. Ну вот мы находимся на вертолетной площадке. Вот. Здесь у нас 4 стоянки. Предназначены для вертолетов, вот стоят Ми-2, но они рассчитаны на Ми-8. Вот. Значит, соединяется она с полосой, вот, рулежной дорожкой, это первая рулежная дорожка. Ее ширина 12 метров для руления вертолетов. Ну и дальше выходит полоса. В этом году аэропорт не только приобрел новую спецтехнику, претерпела изменения и взлетная полоса. Работали у нас тюменцы. С Тюмени были 3 бригады, которые ремонтировали полосу. Заменили 300 плит на полосе. Значит, это плиты, которые пришли в негодность. Вот, по дефектовке их меняем. Значит, работы были проведены в срок, нормально. Были залиты швы примерно 30 километров швов на полосе. А значит, посадка и взлет стали куда мягче и приятнее. А пока зима близко, готовность стопроцентная и безопасность превыше всего. Так что приятного вам полета. Юлия Фисенко, Михаил Суханов и Сергей Пономарев специально для новостей.